Не буду тогда говорить. Ну да. Да что ж такое, почему все видео начинаются у них с этого? Просто Ероса видос, который вы смотрели, тоже начался ровно с этого же. Ну, не прям с этого момента, а с того, что его сбила машина в GTA RP. GTA RP. Ну, это же не RTR RP. Тогда бы началось со сбития с телегой. Или так? Давай-ка в бой, а не бей. Вот так будет с каждым, понял меня? У тебя какой характер? Здорово, Чарльз! Что у тебя с микрофоном? Здорово, старикан. Бабулю не видел? Бабулю, зачем тебе Как обычно, трэш, удар и садомия. Ебать! Вы уже полетели? Я уже летаю, да. Твою мать. Да нет. О, да. GTA RP опять свободная сна. Знаешь, я еще поняла причину, по которой их путают. Мало того, что у них похоже подписывают они видео, так еще у них голоса и интонации похожие, потому что они постоянно тусят вместе. Даже да. Я заметила просто, если ты постоянно тусишь с человеком, то у тебя манера речи становится похожа на его манеру. Да. И из-за этого их путают. И тут я... Я порой сложно понять, кто из них кого отыгрывает. Да. Ой, тут я вспомнил комментарий ко вчерашнему стриму. Ну ладно, понятно, почему Саня гиена, Вова панда. А Настя-то почему Вован? Вы чё, ёбнулись? Охуенно, я считаю. Это ёб. Скажите спасибо, что не Серега. Белость. Я думаю, он все понял. Ладно, пойдем так. Че такое упал? Я забрал все деньги с кассы. Тут нет кассы. Что же я тогда забрал? Такой чемодан говна. Если ты будешь умничать, я тебя не буду неделю. Е равно МЦ квадрат. Я вижу конец моей задницы. Что у тебя? Если они не хотят выселять всех хомячков из этого города, придется мне этим заняться. Я разозлил. Ты ебешь. Одну закрыто, подожди, вот теперь открыто. Я просто так. Нельзя было. Раз оно, раз оно не открылось, значит нельзя было. Открыто, подожди, вот теперь открыто. Басюда, просто такой, блин. Оно будет парашют? Блин, подлагивает что-то у них. Будто если мы выпрыгиваем. У него. Не стоит. Парашюта нет. И выпрыгнул. Так, аккуратно, батя, батя. Помогите моим детям! Два. Один. Брат! О, нет! У меня погиб сын. Давайте помолимся за него. Ежи сина не беси, да прибудет царство твое. Да упокой душу мою вас. Давайте вызовем... Да дай ему уже закончить речь! Такси и трахнем водителя. Давай, давай, давай. Мой заказ был принят. Нужно оставаться на месте, братья. Опять? Меч, как тебе сейчас? Сдохни, брат. Ай, а быстро мы его. Котики хочу. Я хотя бы выселить всех из этого города. Осуждаю такое. Почему? Такое слово плохое. Какое? Слово я. Надо говорить мы. Мы хотим выселить всех из города. Конченые. Ой.
О. Что меня прислил? У меня брат. Он не много, да, тупень. Давай, убей, убей. Убей, вать. Ты просто мне... Пинг прошел и вдруг потом упал. Убей, вать. Ты просто мне ебало снял! Да. Охуенно, да? Ну что ты там сказал, блин? Повтори. Я не слышу, повтори. Ненавижу. Шоколад. А ты только потише говори. Ты еще не дай бог услышит. У них уши, знаешь, как у макак. Да у них все как... Осуждаю. Не у людей. Как у макак. Плохие они, поганые. Как макаки. Бяки. Макаки. Бяки-макаки, ты прав. Макака. Я снова зафиксировался на слове макака. Ага. Я застрял на высоте второго этажа. Как? Пойдемте бастовать за наши права. Оба. Ох ты ж сука, никаких у тебя прав. Тихо, понимаю, расиста. Че, это взрывается, типа, или че? Слышь, она, а может ты это нахуй? Ты это нахуй. Че? Сгнил. Почему? Ну, внутрь заедь. Макс, оформи все. Не получилось, а? Никаких щенков. Устали от щенков. Прочь. Шоколад. Прочь. Шоколад. От рук детей. Долой руки. Долой руки. Сникерс. Руки. Котят. Убрать. Защитите. Шоколад. От котят. Защитить. Защитить. Вырастите. США. США. Они реднеки. Еще раз повторяю, прекратить несанкционированные митинги. А если мы встанем подальше друг от друга? Это будет уже одиночный пикет. Отойди подальше и будем продолжать. Все, я не знаю этого человека. США! США! Ты хочешь, чтобы я убрал флаг США? Страны, которая приютила тебя и твоих предков? Флаг убирать я из рук. Сотрудник, пожалуйста, додерживайте его все. США! США! Чё? Я отомщу вам! Слышите? Денег заработать не хотите, парни? Я заметила, что у вас брючки грязные. Он обосрался, дамы. Да, знаете, от жары я. Деда, не ты пляшешь? Ой. Хороший. Дыши. Все, мне... Ну, хату сможете купить вот эту? Покупаете? 15 миллиардов. Миллиардов? Дай мне 5 минут, и я кончу. Понял. Что же вы творите? Приезжают объекты и знают, мужа моего собаку убили! А минусы будут? Вы дали что? Давайте я его завалю. Ребята, последнее слово. Давай. Догоните. Убежал идеально. Мужики, они походу узнали, что у нас на путике. Они нас держали и насиловали. Не было такого. Было. А реально, кто вызвал? Кто предатель? Давайте скинемся. Камень, ножницы, бумага. Два, три, камень. Я предатель. Просто... выпрыгнул, его винтом посекло. Или они просто через него пролетели. Водит вертолет прям как я. А, или нет, или да. А, да, он выпрыгнул. Зря. А, не, не зря. Я мексиканец, кстати. Ну тогда, аля, ты дай хуй. Не, не понимаю. Здравствуй, поймешь, брат. Он меня братом назвал. Америку. Выскажи все, что накипело, сынок. Чин-чун-чан-чун-и. Пытаюсь сделать с места, не получается. А? Ничего не видит, да. Ща навстречу.
Если постоим, может, поможет ветер легкий, свежий. На! Ты убил меня! Я умер! Давай только теперь брата моего убей со мной. Да, да, да. Сейчас я его к себе силой телекинеза притащу. Боже, ты опять с людьми целуешься. Шлюшка, бля, потаскушка. Сколько венероических заболеваний я заработаю за этот день? А сколько героических? Отец, нация нас не слышит. Я думаю, для того, чтобы наши идеи распространять, давай запишем на радио песню. Да, хорошая идея. Кто-то сквозь землю провалился, what the fuck? Руки прочь от наших детей, дайте нам светлого пива. И дядюшка Сэм своей рукой закроет их всех за высокой стеною. Да, хорошая песня получилась. Надеюсь, мы сможем повлиять на умы людей. У нас, правда, осталось незаконченное дельце. Да господи! Они столько раз взорвали самолет за и вертолет за... Видимо, все было ради этого. Они упражнялись просто. Спасибо за просмотр. Да, спасибо.